Акихо Сисида. День рождения, 7 декабря. Возраст, 17 лет. Рост, 162 сантиметра. Вес, 47 килограммов. Параметры, 83/58/84. Группа крови, Ай. Главная героиня произведения. Третья из сестер Сисида. Учится в Академии Сур, в классе 2С старшей школы. Светлая, позитивная личность, постоянно находится в поисках чего-то, известного только ей. Сбежав от старшей сестры Кадзане, когда та объявила о предстоящем браке, наткнулась на колонию, которой управлял Леопард. После этого, сама того особо не желая, вместе с Ханакой стала выполнять для него определенные поручения, как правило, связанные с воровством каких-либо деталей. Там же получила Тармз, звездная Сильфида. Ханака называет ее «девочкой, прыгнувшей в небо», «девочкой, покорившей пространство», «яб», либо «королевой», «яб», «куин». Леопард же называет ее «кареха», игра слов, если «акиха», «яб», можно перевести как «осенние листья», то «кареха», «яб», «увядшие листья». Ханака Кавай. Возраст, 16 лет. Рост, 152 сантиметра. Вес, 41 килограмм. Параметры, 72/52/70. Холодная и сдержанная девушка. Крайне скупа на слова, говорит очень тихим голосом и только самое необходимое. Помогает Леопарду, хотя с каких пор и по какой причине, неизвестно. Перевелась в тот же класс, что и Акиха, чтобы легче было призывать ту выполнять поручения Леопарда. Необходимость выполнения этих поручений объясняет очень просто, Леопарду это нужно. Обладает способностью мысленно перемещать предметы. Ее Тармз, Уигр. И Мако Сисида. Существо, именуемое навигатором. Живя в доме Сисида, помимо своей основной формы, может также быть в корпусе робота-служанки, выполняя при этом соответствующие функции. Вместе с другими навигаторами учится в школе, в той же академии, что и Акиха, остальное же время проводит обычно вместе с Акихой. Хозяйка называет ее Иматян, а Леопард, Никакарагаси, сокращение от Сатаимано Никакарагаси, яб, тип печеного картофеля. Увлекается техникой, особенно ей нравятся старые устройства, еще земных времен. Обычно вежливая и любезная, но в гневе может быть страшна. Ицуки Канаги. Возраст, 17 лет. Рост, 165 сантиметров. Вес, 49 килограммов. Параметры, 88/59/90. Группа крови, 2. Сотрудник отдела специальных расследований ICP, Интерчеланополис. Прямой и педантичный человек, не любящий каких-либо нестандартных ситуаций. Расследуя причину выброса космического мусора в первой серии, также наткнулась на колонию Леопарда, и теперь пытается выяснить, кто такой этот Леопард, и почему Акиха ему помогает. Тем более, что в ее интересе к мозговым колониям, к которым относится и Леопард,
есть определенные личные причины. Чтобы лучше узнать Акихо, перевелась в ее класс под именем Муцуми Симаямы, но работа в качестве тайного агента – это явно не ее призвание. Ее ТАРМС – ARC-2J1. Леопард. Искусственный интеллект, управляющий колонией. По натуре очень эксцентричный, гордый, но при этом легко ранимый, даже способный доходить до отчаяния. О себе говорит, Боку, Яб. Считает себя мастером чайных церемоний. Ханака называет его королем, Яб, кинг, но королем, еще несовершенным. Алейда. Существо, всегда одетое в доспехи и маску белого цвета. Преступница и убийца. Помогает Нервалу. Обладает способностями Ихт. Бэнкэй. Еще один искусственный интеллект из числа союзников Нервала. Любит орудовать гигантской механической пилой. 50 лет назад его звали Бонапарт, Яб, его колония внешне выглядела так же, как колония леопарда,
только была зеленого цвета. Теперь он взял себе имя Бэнкэй, очевидно, от Яп, силач, Сэмэ также, Бэнкэй. Бугенвилия. День рождения, 6 июля. Возраст, 17 лет. Рост, 163 сантиметра. Вес, 49 килограммов. Параметры, 82/56/82. Группа крови, Ай. Имента, сотрудники специального отдела общественной безопасности. Их также называют ниндзя. Выполняют специальные секретные поручения. В частности, им было поручено убить Канеги. Но они не знали, что Нине об этом поручении тоже известно. Эльсур. Старшая дочь в семье Сур. Директор академии, где учится Акиха. Подруга Кадзане. Эмилия Сур. День рождения, 22 апреля. Возраст, 20 лет. Рост, 178 сантиметров. Вес, 66 килограммов. Группа крови, 4. Старший сын в семье Сур и преподаватель в Академии Сур. Классный руководитель в классе, где учится Акиха. Эрика. Рост, 153 сантиметра. Вес, 43 килограмма. Параметры, 76/54/79. Дорожный патрульный в ICP. Напарница и подруга Лили. Фридрих Отто Ноблмейн. Странного вида старик в юбке, живущий на земле, на острове Сисида, Яп. Раньше был разработчиком мозговых колоний. Хулиасур. День рождения, 16 ноября. Возраст, 17 лет. Рост, 166 сантиметров. Вес, 53 килограмма. Группа крови, 2. Второй сын в семье Сур. Умный и заботливый. Друг детства и одноклассник Акихи. Именно он помог Акихи угнать челнок в первой серии. Кадзане Сисида. День рождения, 17 февраля. Возраст, 22 года. Рост, 166 сантиметров. Вес, 51 килограмм. Параметры, 90/62/92. Группа крови, 2. Старшая сестра в семье Сисида, возглавляет фонд Сисида. С виду человек холодный и деловой, но, при этом, достаточно вспыльчиво и легко вступает в конфликт. Кроме того, несколько высокомерно. Лили. Рост, 159 сантиметров. Вес, 49 килограммов. Параметры, 89/57/85. Дорожный патрульный в ICP. Коллега и подруга Эрики, намного сдержанный той. Ментаа. День рождения, 7 июня. Возраст, 17 лет. Рост, 160 сантиметров. Вес, 48 килограммов. Параметры, 78/54/80. Группа крови, 3. И бугенвилия, сотрудники специального отдела общественной безопасности. Их также называют ниндзя. Выполняют специальные секретные поручения. В частности, им было поручено убить Канеги. Но они не знали, что Нине об этом поручении тоже известно. Миттян. Миттян и Сатян, сестры-близнецы, посещающие Академию Сур. Миттян учится в одном классе с Акихой. Нами Сисида. День рождения, 30 июля. Возраст, 14 лет. Рост, 157 сантиметров.
Вес – 43 кг. Параметры – 78/53/76. Группа крови – 4. Четвертая из сестер Сисида. В прошлом была топ-моделью, но из-за проблем в отношениях с более младшими коллегами ушла из модельного бизнеса и после этого почти не выходила из дома. В семье также ощущала себя неудел. По этой причине легко откликнулась на предложение Алейды. Нынекакура. День рождения – 28 августа. Возраст – 16 лет. Рост – 155 сантиметров. Вес – 45 килограммов. Параметры – 77/54/80. Группа крови – 3. Подруга Икоха и Акихи и Хулия. Обладает бодрым и энергичным характером. Нервол. Первый из числа искусственных интеллектов, управляющих мозговой колонией. Был создан фондом Сисида около 50 лет назад в качестве эксперимента. Однако, когда население колонии достигло миллиона человек, он взбунтовался. Члены семьи Сисида и Леопард сразились с ним и победили, но сам Нервол бежал. Теперь он вернулся и вновь осуществляет промывку мозгов, яб, сынно, людей, превращая их в собственные детали, яб, бухин. В начале сериала его колония называется «Святой Артемис» и располагается на Луне. После оккупации Кирквуда появляется в человеческом образе. Это дроид, созданный Нервалом для лучшего взаимодействия с людьми, и которым настоящий Нервол управляет на расстоянии. После разрушения его прежней колонии во второй половине сериала он строит себе новую. Новая колония называется Кейтрдрлвентискр, Атыспвентискр, Снежная буря, Вьюга, Метель и т.п. что можно перевести примерно как Буранный собор. Не на Стратоске. День рождения 17 января. Возраст 25 лет. Рост 176 сантиметров. Вес 55 килограммов. Параметры 77/60/82. Группа крови Ай. Возглавляет отдел специальных расследований ICP, начальница Ицуки и Юэль. Холодная и спокойная, но, в отличие от Ицуки, более гибкая, может на словах согласиться с начальством, но при этом поступить по-своему. Сакура Сисида. День рождения, 22 мая. Возраст, 12 лет. Рост, 149 сантиметров. Вес, 39 килограммов. Параметры. 69/49/65. Группа крови, 4. Самая младшая из сестер Сисида. Гениальная девочка, при этом выражающая свои мысли довольно странным образом. Обладает феноменальным по остроте зрением. Сигура Сингудзи. Председатель ученического совета Академии Сур. Солдат Юэль. Сотрудник ICP, боевой навигатор. Партнер Канаги. Был назначен Ниной ей в помощь для расследования дела Леопарда, с тех пор сопровождает ее примерно таким же образом, как и Матян сопровождает Акиху. Такане Сисида. День рождения, 3 августа. Возраст, 20 лет. Рост, 174 сантиметра. Вес – 53 килограмма. Параметры – 91/59/90. Группа крови – 3. Вторая сестра в семье Сисида. Спокойная, умная и проницательная. Помогает Кадзане.
в начало сериала находится на Луне. Цудзибаба. Возраст 18 лет. Рост 159 сантиметров. Вес 48 килограммов. Параметры 85/61/88. Должностное лицо ученического совета Академии Сур. Позже Сорака Кэрусёдзю, сопровождающая Бэнкэя. Хотя правильнее было бы сказать наоборот, что Бэнкэй сопровождает Цуцудзи. Ксантипа. Искусственный интеллект женского пола. Находится в союзе с Нервалом. Любит петь, хотя совершенно не имеет слуха. Юбитан. Инопланетянин, оставленный Кагурой Сисида 50 лет назад на попечении в семье Сисида. Обычно имеет вид шапочки на голове Сакуры.